Как удобнее брать детскую смесь на прогулку? Сейчас покажу. Если сразу навести смесь, она может остынуть или испортиться. Поэтому налейте в бутылочку немножко водички, возьмите обычный пакет, наденьте на бутылочку и в него уже насыпьте необходимое количество сухой смеси. Например, мне на 90 мл воды необходимо 3 ложечки. Теперь все это плотно закрываем крышечкой, пакет можно тоже закрыть. И вы спросите, а как же быть с оставшейся водой? Ее же мало. А всю остальную воду мы наливаем в термос. Она там надолго остается горячей, и ею мы будем разбавлять остывшую воду в бутылочке. На улице просто достаем бутылочку с остывшей водой, высыпаем туда смесь, и теперь уже добавляем необходимое количество горячей воды, чтобы смесь стала теплой. Все хорошенько перемешиваем и даем ребенку. И это самый простой способ. Пользуйтесь, мамы. Так смесь всегда будет свежей.